Мы продолжаем. Шымкентский городской штаб Народной партии Казахстана начал политическую кампанию с чествования великого человека. Участники партии в мегаполисе посетили памятник Абая и возложили цветы. Об акции «Народная партия вперед», организованной городским предвыборным штабом, расскажет корреспондент. В свое время Коммунистическая народная партия Казахстана взяла на себя благородное дело перед большим стартом. Партийный состав пополнился молодежью. Первый шаг кампании был сделан членами партии, которые открыто выступили с поставленной целью. Как вы знаете, наша партия на этих выборах выходит с девизом «Народ, земля и справедливость». В числе задач – создание социального государства, изменение экономической стратегии, обеспечение прозрачности и результативности работы правительства. На выборах кандидатами в мажилис были утверждены партийные списки 113 человек. Утверждено в городском маслихат 3 человека, доверенных лиц – 30 человек. Им выданы специальные удостоверения. Стоит отметить, партия ставит свои цели по улучшению положения простого народа.